Всем привет, на канале Железяка Геймс, меня зовут Евгений. Сегодня продолжаем наше веселое прохождение по игре City Skylines. Это наш городишко, да? Полугородишко, полусело. Какое-то в американском стиле, хочу его строить и будем продолжать его строить. Сегодня я планирую чуть-чуть навести порядочек, как это марафетик, подкрасить что-то, где-то подбелить, где-то дерево посадить, где-то дорогу, как говорится, наладить, потому что мэру уже денежку выделили, как бы надо красивенько все наладить. Заварите вкусный чаечек, садитесь поудобнее, неприятного просмотра. И бутербродик не забудьте сделать. Ну что, приступим? Итак, lovely piece, действительно. Что там рассказывает? Так, я планирую что? В первую очередь, я хочу построить ребятам дорогу. Они заслужили. Вот что у нас тут, какая дорога? Двухполосная дорога с местами для парковки, для мест... Не, не надо, нам надо с деревьями. С деревьями нету. Чтоб вы здоровенькие были. Ну, получается. Так, вот, тротуары. Без участков для парковки. Ага, машины паркуются, значит, надо будет ставить большую. Так, вот, ребята, вам парковка. Главное, не задеть никакой домик лишний. Спокойненько. Ага, хорошо. Так, все. Главное, чтобы никого не выселили. Спокойно, спокойно. Народ радостный. Опа, ага, два домика. Да нехорошо. Два домика выселить? Или просто ставим такую? Тут просто ставим. Пусть же люди живут, как бы, да? Такая, пересеченная. Между, как говорится, дворами. Все отлично. Тут им тоже сделаем. Уже, как бы, чуть-чуть начинаем и... денежки есть, да? Сколько там? Ладно, не переборщить. Все отлично. Эту главную тоже раз мы подчикали туда. Не тут и берутся. А тут-то? Дополнительно, да? Дополнительно тоже поставим. Так, так. Так, отлично. Так, тут что? Тут не хватает, да? Ну и что, иди в баню-то. Не хватает и не хватает. Так. Я потом, может, перестрою у нас тут. Как-то красивенько сделал, как бы, чтобы интересные заводы были. Более реалистичные. Так, все, хватит вам тут. А то сейчас все деньги потрачу. Все, пусть так будет. Пусть так будет. Хочу чего? Хочу тут наладить, как я и планировал, какие-то фермы построить. Тут вот начинается немножко жить, да, ферма. Но мы добавим свои. У нас модификации открылись. Можно что добавить. Вот тут, смотрите, свинки, коровки пасутся. Прекрасно. Правда, вот это. Ну, что это? Это не то. Вот это нормально еще. Кого-то переселим, как говорится. Вот. Что тут? Ферма, да? Ферма сгорела. Ну и все. Надо ее, как говорится, убрать. Ставим на паузу. Район у нас расчесен. Тут пусть... Вот тут тоже добавим что-то. А ну-ка. Кто-то у нас тут по ресурсам. Ресурсы. Пойди. Так. Ну тут чутка буквально. Вот тут больше. Будет большая часть. И тут надо строить. На въезде как раз. И тут можем купим что-то тоже. Вот тут лес бы построить хорошо было. Вот тут лесопромышленность построим. Только попозже. Сегодня будем строить фермы. Под веселую музычку. Я бы построил тут поле какое-то. Яблонево. У меня тут есть модификация яблоньки. Я как-то за кадром делал. Кому интересно, скину. Так, вот. Она такая здоровая у нас получается. Вот эти придется переселить. Ребят. Ну, хотя можно вот так вот составить. Вот так вот. Отлично. А вас придется, извините, выселить. Так, вас выселим. Так, ага, смотрите, как это яблонька. А может, это не яблонька, может, это апельсиновка. Так, что тут у нас? Тут у нас еще. Через две будем делать. Красота. Так, еще давай ставь. А, как вам? Ну, красотища, блин. Смотрите, яблонечка какая. Красота. Тут еще вот, можно тут и люди ходить на работку. Это мы оставим. Это нормально. За ним мы сделаем... дорожку, такую же, грунтовую. Так, вот это у нас переселим, ребят. Так, не, идите сюда. Так, это мы переселим, это мы берем. А, дорогу, дайте нам, пожалуйста, дорогу. Так, вот тут рядышком дорогу, да? Поближе? В притирочку. Вот так вот. Да, не жалуйся. Так, разровнять немножечко надо. Немножечко буквально. Так, а ну, дай мне чуть побольше.
Так. Ага, ты давай, мне тут чуть-чуть кривовато пошло. Давай просто так выровняем. Аккуратно выровняем. Музончик такой. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, что тут? Ровно, не ровно? Ну, на ферме не бывает ровно, да? Мы так слегка выгладим. Коровки тут мукают. В принципе, можем продолжать. Продолжим дорогу. Так, а ну поближе можно? Чуть-чуть вот так вот. И за фермой, да? Так, вот тут. Тут хочу склад какой-то. Или кукурузное поле какое-то. Так, что мне тут наличие есть? У меня есть склад. Ага, на 4. На 4 склад. Можно. Что-то еще есть у меня? Где-то у меня поле было. Вот поле. Ага, поле большое. Поле мы построим и тут. А, да, ребят. Вот поле у нас будет. Такое поле. С пшеницей. Типа пшеница. Прямо вот тут место. Прекрасно. Нам, естественно, надо будет лесополоса, чтобы кукурузку нашу не выдало, где у нас не было лесополоса. Так, парковка. Парковка. Не то, не то. Так, это что? Лесополоса и кукуруза. Ага. Вот такая у нас лесополоса. А как бы ее как бы надурить? Все, все, понял. Тут сейчас поставим лесополосу. Все нормально, спокойно. Сейчас все будет. Ага, я еще поставил смену режима. Ой, прикольная дорога. Теперь у нас будет меняться погода. Вот, теперь у нас такая лесополоса. Защищает от ветра. Неплохо. И тут бы поставил, правда, тут домик. Мы чутка ее перенесем. А ну где чуть-чуть можно? Так вот так вот. И поставим тут тоже лесополосу. Вот так вот. И тут тоже лесополоса. Все отлично. Прикольно, конечно, смена дня и ночи, но неудобно строить, как бы, да? Так посмотреть можно, как наши люди живут тут. А где закат? О, красиво, ребят, смотрите, красиво. Тут уже вечер, да? А вот закат, ребят. Давайте насладимся. Боже мой, это идеально. Так выходишь со своего огорода и наблюдаешь, как красивый закат. А это созвездие чего? Смотрите, оно движется, представляете? И там мигает что-то. О, ребят, смотрите, красиво. Вот так, на секундочку остановиться, выпить чашечку кофе и насладиться звездным небом, сверчками, чук-чук, и как соседский кот. Мяу! Так, ну нам некогда как бы. Опа, и луна, смотрите. Я, кстати, не включал особо этот режим дня и ночи, да? В основном днем играл. А вот получается так тоже красивенько. Вот как у нас красивый ночной город. Так, ну, как говорится, приступим дальше. Нам некогда. Но некогда, на троечку. На троечку пусть дальше строится. Так, мы строим ферму. Мы строим ферму. Тут на что еще можно построить? Так, я тут что-то маленькое хотел построить. Что у меня тут еще есть? У меня что-то еще должно быть. Так, это что? Терминал. Яблонька. Это ферма. Это что? Ферма. Это под эти, да? Это контейнеры всякие у меня тут стоят для работы. И место, как говорится, им должно быть. Такие они не видно сейчас. Ну, знаете, там стройматериалы, там всякая прикормка и все такое. А это у нас получается фермерский домик. Что не расстраивайся. Какой-то ты очень маленький. А ну-ка. Как-то побольше тебе построить. Такая ферма тут, а ты такой маленький. Непорядок, непорядок. Так, а тут что у нас? Тут ничего, тут надо, как говорится, убрать. Ты на место тут только мешаешь. Давай что-то стройся нормально. А мы тут можем какой-то маленький поставить этот. Вот, смотрите, склад. Склад. Склад под что-то. Сейчас свет появится, я вам покажу.
Давай, быстрее. А, я на паузе стою. Ребят, ну что мне сказали? Я же на паузе стою. Не видно наши шедевры. Такая фермушка будет у нас. Смотрите, как она, да, расстроилась. Тут нормально. Тут еще что-то можно сюда поставить. Парковку. Не влезет. Что у меня тут еще есть? Тут склады. Это что у нас? Ага, это парковка такая, не такая. Так, ну... И все, да, я больше ничего не делаю. А, у меня еще кукуруза есть. Но кукурузу посадим мы в другом селе. Так, а ну-ка, рассвет есть уже? О, так, смотрите, у нас тут яблонька. Яблоневый сад. Тут коровки пасутся. Тут какое-то зернохранилище. Тут тоже вот что-то есть. Что-то вот тоже есть. Да, как бы растет. И тут у нас поле. Отлично. Тут чтобы я построил бы какое-то заграждение от соседей. Ну, чтобы они там не посматривали. Ну, чтобы им не мешалось, правильно? Как-то там засадить. Тут у меня есть где-то мод вроде. Не мод, а я строил отдельно. Где-то было просто. Вот, просто деревья. Вот просто деревья. Надо их засадить вот так где-то вдоль. И закрыть от... Чтоб людям не мешали тут наши свинки. Так, поближе, вот так вот. А ну-ка. Да, как-то максимально. Ой. Сейчас мы... Не выселяйся, пожалуйста. Только не выселяйся. Не выселяйся, пожалуйста. Так, а тебе тут... Как бы тебя тут построить, чтобы мне тут хватило... Чуть-чуть буквально. Мне чуть-чуть буквально вот тут надо... Да, но я не хочу, чтобы убралось. Можно буквально чуть-чуть вот... Чуть-чуть буквально на пол шишечки. Пожалуйста, дай мне. Вот, отлично. Тут мне буквально от этого хватит всего лишь. Не уезжайте никуда. Вот, смотри. Вот, отлично, видите? Сейчас я деревья закрою. Вот так, а деревья? Сколько она стоит? Копейки стоит, потому что это же деревья. Правильно? Мы закроемся деревьями. Чтобы не мешать людям. Ага, тут не закроемся, да, мы, получается? Не влезет. А, ну, соседи, давайте, съезжайте. Что поделать? Тут у нас ферма все-таки. Все, у нас такая ферма тут. Тут сейчас еще добавим чего-то. Что у нас тут еще есть? Так. А, кстати, мы можем что-то вот этот, добавить кусок чего-то, правильно? Вот, пусть такая построится. Как постройка какая-то будет. Так, а ты как? Какой кусок большой? А как так? Ну давай, стройся, что-то построится. Посмотрим, что-то построится. Мне же интересно. Ну такая, первая ферма, как вам, ребят. Ферма Билла. Назовем ее как-то. А тут что? А тут можно еще даже больше поле продлить. Так, тут мусорку надо перенести. А тут построим ферму кукурузную. Вот так, прямо здесь, да? Где у нас побольше зелени? Пожалуйста, дайте зелень. Так, вот тут. Вот тут кукурузную посадить бы как-то красивенько. Или тут прям при въезде, вот. Вот это будет другая ферма. А тут, подождите, будет дорога развиваться, да? Она поедет в объезд, правильно? Действительно, что мы будем ферму нарушать? Непорядок. Так. Теперечи. А тут поле будет пустовать. Тоже непорядок. Тут надо другую ферму. Надо мусорку нашу, как говорится, освободить. А вот эту включить. Так. Все, давайте. Как-то по-быренькому, чтобы я мог перенести ее. Сколько занято? 60%, божечки, подружечки. Так, ну ладно, пока застроим вот тут. Как местечко есть, да, вот у нас две семьи. Как раз тут вот есть местечко. Свинки хрюкают. Надо как-то отделить, чтобы она единая была. А это ровно? Это вроде неровно, мне кажется. Мне кажется, это неровно. Спокойно. Что-то неровное здесь. Мы сейчас уберем. Спокойно. Ребят, сейчас все будет.
Надо выровнять. Так, не то. Не то, вот это. Ага. Вот так вот. Так, отлично, это убрали. Убираем лишнюю клеточки. Пусть строится. Так, тихо, спокойно. Так, тут что тоже? Ой, кто-то уехал. Уехал, да уехал. Бог с ним. Так. Отлично, тут ферма будет развиваться прям песня. Итак. Итак. Нам нужна дорога. Фермерская дорога. Без нее никуда. А можно как-то ночь побыстрее, пожалуйста? Контент не видно. Контент пишу, не видно. А как-то может изогнуть ее, да, как бы, чтобы красиво, как бы. Как чуть-чуть вот так вот. Допустим, да? И пошла туда где-то ферма. Не, да, подожди, вот так, аккуратненько. Вот так, аккуратненько, полудугой. Чтоб ровненько было. Вот так вот, отлично. Так, ну я ж нифига не вижу. Елы-палы. Так. Дай нам что-то. Да дай какой-то вид, вот так вот. О. Вот так ровненько будет. Вот так вот, да? И нам кукурузка. Кукурузка. Где моя кукурузка? Моя кукурузка на месте. А это что? Парк. Так, где моя кукурузка? Так, кукурузка. О, отлично. Хватает. Отлично. Вот и ставим кукурузку нашу. С поля с кукурузкой. Так, ну доставим место. Это чисто под кукурузочку будет такая у нас. Не прям кукуруза, ребят. Это просто трава похожа на кукурузу. Так что сильно не комментируй там, что я не разбираюсь в кукурузе. Это самое подходящее было. Я решил сделать ее кукурузой. Назвать. Так, подожди. Тут тропиночку сделаем для рабочих. Так вот. Так, спокойно. Вот так вот, отлично. Чтоб рабочие ходили. Вот, зеленая кукуруза там, допустим, разрастается потихонечку. Опа. А чё? Ну, мусор нету, и что теперь? И все, сразу засрались? А что, туда не довезет? Ему далеко ехать? Ну вот, поехал же он. Ребят, ну как-то справитесь, я сейчас перенесу чуть-чуть. Ой, тут уже говнецо течет. А кому легко сейчас? Ничего, терпите, ребяточки, терпите. Так, мы строим дальше. Так, есть. Так, у нас тут надо фермерские угодья построить. Да, как бы говорится. Не, пойди. Привязочку. Нам прям привязочка, пойди. Спокойно. Люблю ровненько, что было. Так. Ой-ой-ой. А что ты загрустил? Ты давай не грусти. А то пися перестанет расти. Я вообще их выселил. Сколько на сколько ты клеточки живешь? Тебе тут хороший домик построить. Какой-то там. А ты на 4. Ты давай, нам нужна нормальная ферма. Придется вас, как говорится, выселить. Нам тут таки не надо. Постройся мне нормальный большой домик. Большой домик. Хочу большой домик. Стройся большой домик. Вот, отлично, большой домик. Только сюда желательно. Куда ты? Какой-то неровный. Подожди, дружочек, сейчас мы тебя построим. Все будет. Не то. Пардон. Так, выровнять. Чуть выгладить. Какая-то музыка такая скучная. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дай что-то другое. Давай что-то City Skylines. Давай какой-то веселый такой. Тин-тин-тин-тин-тин. Какая-то скучная песня. Так, все, давай, стройся. Давай. Стройся домик. А я как-то тут. Что ты построился? Что это за кусок непонятно чего? Не, давай хороший большой домик. Хороший на 4 клеточки. Давай большой домик. Ого, музончик фигачится. Что вы? Ну я вижу, что у вас проблема. Ну что я сделаю? Давайте
А мусорка недоступна? Когда доступна музыка? О! Я хочу просто тут еще поле построить. Давайте, блин, а тут застрелиться. Давайте вот тут как-то. А, не достану оттуда? Ой. О! Можно перенести, ребят, да? Объект очищен. Переместить здание. Отлично, сейчас переместим здание. Переместим здание. Подождите. Переместим здание, переместим здание. Куда ему? Как-то аккуратненько надо где-то. Где-то, чтобы рядом был. И чтобы не засрался. Можешь вот тут как-то провести дорогу. Тут будет лесопромышленность. А тут слишком далеко, что не застоит, не знаю. А тут будет ферма. Вот это тут. Тут засрался, где мусорки. Мне интересно. Вот тут построить. Пусть через этот, но тоже. Может как-то тут-то. Тут дорогу проделать. Тут какую-то дорогу проделать, там, не знаю. Подальше. И тут будет мусорка. Вот так вот. Вот тут будет мусорка. Сейчас мы выровняем под мусорку. И перенесем весь. Все говнецо перенесем. О, как богато. Не, ну нормально, выровняли под мусорку, хорошо. Все, под мусорку выровняли. Естественно, мусорка шалитная. Мы ей чуть-чуть дорогу такую. Для рабочих. Для рабочих, ну, рабочие стараются, правильно? Так. Естественно, еще вторая дорога. Так. Так, а тут мы построим, мне где-то было на две клеточки. На две клеточки парковка. Теперь найти осталось. А, что это? Новый объект, а что это такое? На три клеточки что-то. Так, сейчас мы найдем. Парковка. Сильно большая парковка. Дай поменьше, пожалуйста. Парковка 1 на 4. А, где-то в одну клеточку было. Где-то в одну клеточку была парковка. Сейчас мы найдем, ребят. Сейчас найдем. Парковка 2 на 10. А можно фотографию было? Надо фоткать было. Вот еще. Так, это что, парк? Это что у нас? Парковка на одну клеточку? О, смотрите, ребят, какая парковка. Прикольно. Что у меня есть, а? Вы такое можете построить? Сейчас где-то было, ребят. Мусорка. Кафе. Что за кафе? О, мусорки кафе должно быть? Как он такой? А чё нет? Кафе даже мусорка будет. А сейчас я перенесу. Чего вы нервничаете? Возле мусорки кафе. Ну а чё, люди... Там срач будет. Пусть будет, да? Люди хотят работать. Ладно. Ни туда, ни сюда. Блин, где парковка? Парковка, парковка, парковка. Это что у нас? Деревья. Деревья нам не надо. Контейнер. Контейнер. Грузовой контейнер. Бассейн. Кафет. Кафет. Так, что у нас? Мусорка. Новый объект. Это что? А, это какой-то ботанический зашел. Новый объект. Что это у нас? Ага, еще какая-то фигня. Новый объект. Что у нас? Это что? Это что? А что это такое? А, это детская качеля? Детская качеля. Имеет свое существование, потом построим. Так, это что у нас? Парк. Парк. Парковка 16, она большая парковка, слишком большая. Ну ладно, тогда сделаем что? Сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. И тут мандулим парковку. Вот, вот такая парковочка будет, с деревьями. Все красиво. И тут мусорку вшатаем. Так, где мусорка? А, переносим, переносим мусорку. Давай, поехали. Вот так вот, отлично влазит. И этот отлично влазит. Все, теперь у нас мусорка здесь есть. Включайся. Все, работай. О, поехали, поехали, поехали. О, тебе электричество надо? А схерали? Тебе нужно электричество. Все, ребят, ну прикольно же, смотрите, возле мусорки такая вот парковочка. Тут чуть не хватило.
чуть кривовато. Нормально, нормально. Сейчас эти. Давайте рассосуйте. Смотри, сколько поехало. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. А куда вы поехали? А, я думал, мусорка уезжает. Давайте, давайте, ребята. Потому что наши засрались. А мы продолжим, как говорится, дальше строить. Нашу. Ну что тут за дом? Ох, и дом построился, ёпта налево. Ну ладно. Есть-то есть, да, как говорится. Нам нужно хостовары какие-то. Какие-то хостовары. Какая-то парковка. А ну-ка, ставишь ты. Парковка для рабочих. Не, не смотришь она здесь. Пошла она. Козе трещину. Так, я что хотел? А ну-ка, дай мне как-то вот так вот. Так, ага. Отлично, тут нам уберем. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Не такую уж валютную. А хотя, можно и валютную построить. Так. Так-так-так. Поменяем на вот эту валютную. Ой, секундочку. Не уезжай, пожалуйста, не уезжай. Не уезжай, не уезжай. Все-все, вот, живи, пожалуйста. Так, все, переходим теперь на вот эту бомжовскую. Бомжатскую. Так, и как-то красивенько давай заверни. Вот так, отлично. Тут хостовар где-то. Да дай ёпта налево. Чуть-чуть. Ты говна кусок. Что ты будешь делать с ней? Какие-то склады надо построить тут. Вот, допустим, где-где-где. Вот склад. Небольшой сильно. Вот такой склад. Для хранения. Ты что у нас? Можно тут построить тоже склад. А ты влезешь? Ага, ты влазишь. Тоже вот. А, такой же, да? Подожди, а я же вот этот выбирал. Так, тут. Тут бы деревья построить. Так, вот тут еще такой складик. Так, а ну-ка. А что я на паузе, ребят? Ну, что я на паузе играю? Не скажите мне, пожалуйста. Вот такие у нас тут парковочки. Тут мы застроим. А ты чего уехал? Что ты смотри на него, уехал. Главное этот. Мы ему тут строим, строим, он взял, уехал. Давай как-то застраивайся. Стройся, мы тут тебя построим качелю. Вот так. Да нет, ёпта налево. О, здорово, вроде дом строится, да? О, отлично, и тут маленький что-то построился. Пристроечка. Допустим. Или не допустим. Пусть будет или как, ребят? Типа маленькие пристройки. Дом с маленькой пристройкой. А чё по ней? Пусть будет. Типа. Типа это одно и целое. Значит, мы им поставим тут детскую площадку где-то была. Ой, поле какое-то у меня еще есть. Ой, а что это? У меня еще какое-то поле есть. А что это у меня есть? О, у меня еще поле такое есть, ребят, смотрите. Тут уже все вместе. Как вам? Как вам такое? Сразу такое поле, кусок поля. Мы его можем сюда замандулить. Тут не надо. Пусть стоит, мы его перенесем. О, вот судачки. А, так, нам тут надо лесополоса. Естественно. Куда же без лесополосы? А то все у нас кукурузку выдают. Так, лесополоса, лесополоса. Подскажите мне, ребят, где она? Так, вот она. Ставим. Так, а ну ставься. Ставься. Так, вот лесополоса. Отлично. Отлично, отлично. Вот, и тут можно построить. А тут другая фирма пойдет. Почему бы нет? Так. Мы сделаем такую кривую какую-то дорожку. Типа, ну, к другому. Другому соседу. Да? Как бы. Кабы не было зимы в городах и селах. Так, вот окрони как-то. Так. Да не плачь. Все будет. Так, ага, в школу не мешало построить бы. А то наши без школы живут. Так, а где было еще? Это мусорка. А где это?
Так, я ж хотел... А что я хотел? Я хотел вот это перенести. Перенести, сюда построить. Так, вот-вот. А тут что? Не... Так-так-так. Ага, тут видите, уже тут сразу с парковочкой. Все такое. Вкусненькое. Вкусненько. И тут яблонюку можно построить еще. Почему бы нет? У нас мало яблонюки. Так, а ну-ка, яблонюка, иди сюда. Яблонька, яблонька. Так, вот яблонька. Так, отлично. Отлично. Хорошо. Вот и яблонька у нас. А, правда, нихера не видно. Красота. Красота, расстраиваемся. Оно, правда, ребят, не приносит никаких денег, абсолютно. Это чисто для себя. Нам приносят деньги только наши желтые вот эти построечки. А так оно просто как декор. Как, ну, не парк, а просто декор красиво, функционально. Можно поставить просто там в настройках радиус как парка, и люди будут шариться. Ну, а зачем? Ну, то есть, смотрите, сейчас парки. Вот где парки. Вот это парки. Отдых. А не то. Отдых, отдых. Отдых, отдых. Не то. А где парки? Ну, парки это типа вот это нажимаешь, и оно видно, что это типа парк. И они туда ходят. Ой, нас тут люди просятся жить, ребят, чего не говорите? Что там мы застроились? Давайте. Давайте, как говорится, добавим. Я бы тут добавил, конечно, им школу. Как вы думаете, ребят? Ой, не влазит. И тут не влазит. А было бы неплохо, да? Школа. А если бы тут школу, ребят? Давайте поставим здесь школу. Чоп и нет. Чоп и нет. Только сделаем как-то... Делаем в нашем стиле, красивенько. Сейчас мы дорогу пройдем. Потому что, ну, ничего себе школа. Так, спокойно. Не выселить никого. Так, теперь. Теперь как-то надо. Как бы так красиво, чтоб... вот тут школу, да, так? Вот так вот. Вот так, только не до конца. Так, только не до конца. Можно? Можно как-то вот так вот, только не до конца. А ну иди в жопу. Вот так вот, так вот. Не надо до конца. Вот так вот, аккуратненько. Так вот. Так, я хочу просто тут... О-о-о! А где пожарка наша? Где ближайшая пожарка? Пожарка наша, бог знает где. Значит, нам нужно поставить депо. Депо. Депо, депо. 12-12. Так, подожди. На паузе ставим пожар. Пожарку куда? Пожарку где-то вначале тоже надо поставить, да? За магазинами. За полем. В середине нет. Вот тут если отдельно вывести, да? Можно отдельно вывести или здесь? Но тут как бы... Тут можно доставать, в принципе. Надо пожарку сделать, чтобы она могла тут доставать. Это... Хороший будет ход. Отсюда и сюда будет ездить. Так, надо аккуратненько как-то сделать дорогу. Сделать дорогу. Дорогу сказал сделать. Так, сколько время? 30 минут. Так, 30 минут. Сделать здесь как-то дорогу. Так-так-так-так. Спокойно. Вот так вот. Вот так вот. И тут поставим пожарку нашу. Так бы, я думаю просто, ребят, я думаю, как бы лучше построить, чтобы как бы и прикольно, и не прикольно. Чтобы как-то красивенько было. Не просто к дороге прилегало, а как-то с душой, что ли. Вот так вот. А ну ебаню. Где у нас парковочка была? Так, вот одинарная парковочка была у нас. Смотрите. Отлично, возле пожарки. Так-то поинтереснее будет же. И тут бы пока пожарочка как-то красиво. Вот так напротив, может. Или рядышком. А может эту? Сейчас пока настрою, там все сгорит уже кедрение фени. Ой. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Ой,
Да не полиция, пожарка дай нам. Атака, да? Будет нормально? Или бог знает что? Бог знает что и сбоку бантик, да? Тут можно кофе какой-то построить. Так, а ну-ка. Да, мы берем. Мы берем. Мы берем. А тут построим. Дай нам кофе. Кофе какой-то. Это что? Это парк. Да, этот парк. Ой, большой, сильно длинный. Где-то парк помедленнее, поменьше был. А это что? Ага, это обычный ситик. Это обычный ситик, это мои. Бассейн. Розовая. 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 Так, так, так. Так, 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 спокойно. Что у нас? Кафе. Кафе. О, тут кафе можно построить как раз возле пожарки. Можно построить кафе. Так, мы уберем, запустим. Пусть пожарка спасает. Потом мы пока достроим. О, тут имеет свойство кафе быть, правильно? Возле пожарки. Все, ладно, мы потом домучим его. Мы хотели заняться школой. Школой и... Ой, школой и жительство надо. Все сразу надо. Ой, как все много. Вот тут построим школа. Отлично. Возле нее поставим... где-то детская площадка была. Где детская площадка? Так, что это? Терминал. Это что? Поле. Это что? Парковка 2 на... Что за парковка? Ой, прикольная парковка. Ага, ее надо где-то поставить между домами. А ну-ка, подожди. Мы ее перенесем. Ну-ка, лезешь? Чуть-чуть буквально не хватило. Значит, мы оставим ее сюда. Поставим, будет... Тут парковка. Парковка тут будет. Мы сделаем дорогу. Спокойно. Как раз дорога будет. Да, влазит? Не влазит, чуть-чуть еще. Чуть-чуть еще. Вот так вообще влезло? Или можно прям в притирочку, ну-ка. Нет-нет, чуть-чуть еще. Еще чуть. Прям далеко. А ну-ка. Ага, только она нам нарушает все границы, да? Ты нам все... А если я поменяю на этот, то сейчас скажет, а, извините, места мало, да? Да, видите, места мало. Так что, что? Строим вот так вот. Так, извините. Сейчас мы все исправим. А ну-ка, иди баню сюда. Так, сюда. Так, а что, шоу опять уже? Чё ты? Ай, чтоб ты здоровенький. Не люблю эти разрывы. Вот так вот. Так, что такое? Что тебе не нравится? Еще один кусочек или что? Или вот так вот? Какой тебе на... Чё ты выпендрился? Почему ты выпендрился? Ребят, чё он выпендрился? Скажите мне, пожалуйста. И ты тут выпендрился? Я ж нифига не вижу. Это все за тебя, наверное. Это все за тебя. Хорошо, так вот. Вот так вот. Хорошо, теперь не все нормально. Опа, хорошо. Так, ага. Тут нормально. А тут ненормально. А что тут ненормально? Сейчас исправим. Сейчас мы исправим все. Ребят, все сейчас исправим. Боже, какая прекрасная песня. Пойдет такая играть. А чё ты такая кривая? Сделаю такую кривую. А почему нет? Правильно? Так, все. Это лишний кусочек. Так, все, работайте. Работайте, ребята. Садик есть. А, дофига народу живет. А что там по электричеству хватает? По воде. А то я сейчас низкий уровень счастья. Да сейчас, ребят, ну сейчас будет. Ничего, вы несчастливы. Сейчас. Так, так, так. Сейчас я вот вам строю, смотрите, еще соседей. Соседей строю. Чтоб вы не скучали.
Так, магазинчики, магазинчики есть. Естественно, продолжаем строить магазинчики. А между магазинчиками я кафе какое-то поставил бы. Так-то так, хорошо, немало счастья. Сейчас мы поставим обычные ситики. Так, что тут? Детская выгулка собак. Выгулку собак, естественно. Где-то тут надо построить вам дело. Где вы будете выгулить? Ни туда, ни сюда, ребят. Вот видите, не хватает вам. Где вы выгуливаете собак? Так бы сейчас чик-чик. По центру как-то. Где-то надо на углу. Так, живите пока без собак, ребят. Будете без парков. Нам надо пока людей привлечь. Так. А ну-ка, дай зеленую. Так, оп, отлично. Играем крестики-нолики. Отлично. По две тут будет такое жилье у нас. Отлично, отлично. Давайте, заселяйтесь, заселяйтесь. Вот, смотри, какая потребность. Так, 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 хорошо, хорошо. Так, тут потом заселимся. А тут два домика построил, да? Так, а что тут в три клеточки? Уже влезет у меня? У меня что-то есть из трех клеточек? С моих модификаций. Я не помню уже. Кафе тоже есть, но тут две клеточки. Вот, я тут поставлю на углу. Такую маленькую. Маленькую. Надо 4 было сделать. Мусорка есть такая вот. Прикольно. А ну-ка. Вот, смотрите, как она выглядит. Такая вот мусорочка. Типа био-мусорка. Ой, а чё ты переселился? Взял, обиделся. Ну ладно, не хочу, уберу я. Чё ты в самом деле? Возвращайся только. Только вернись. Вернись, пожалуйста. Не уезжай. Боже, ребят, какая прекрасная песня. Слышите ее? Так, что у нас? 42 минуточки. Давайте достроим, ребята, соседи. Когда нам автобус дадут? Чтоб можно уже было, как говорится, пустить маршрут. Так, отлично, отлично. Построим еще тут им. Соседи. Хотя, может, не надо? А, уже построился. Может, мы там что-то потом придумали бы. Построили какой-то развлекательный. Рядом парковку какую-то. Ладно, пусть строится. Пусть строится, строится. Мы потом что-то им построим. Мы строили, строили. И ничего не построили. Так, а тут поэлитни какие-то, да, домики поставить надо? Так, а ты что, уехал все-таки? Обиделся, да? Или мы тут ничего не строили? Взял, обиделся, наверное. Так, тут построим элитные коттеджи какие-то. Тут надо по три давайте. Ох ты, что-то как-то неровненько. Чуть выровняю тебе. Буквально чуть-чуть. Вот не люблю и кривые здания, чтобы они, знаете, строились как-то. Чуть-чуть поровнее. Так, что там, воды нема? Воды и света нету? Так, а вот воды нема. Опа. Так, так, так. Доступ воды, 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 воды. Что проблема? Так, налог поднимем, да? Так, вода. Ребят. Все, проблем нема. Все нормально, свет. Свет чуть-чуть добавим. Отлично. А может, вам ночью надо свет? А если свет убрать, то не надо свет. Так. Продолжаем строить. Так, элитные дома. Элитные дома по 3. Давай, стройся. Через 3. А мы тут влезем? Блин, смотри, как чётенько. Прям 3 штучки влезет. Вот это просто песня. Бабка пошептала. Так, 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 спокойно. А тут-то? И тут 3 лезет. Как раз один останется, нормально. Так, какие тут элитные дома по 3? Там можно в середине дорогу проложить какую-то. Да? Как бы. Как бы, почему бы нет. Куда это чикс. У меня где-то есть длинный парк. Очень длинный парк. Вот он. На сколько? На одну клеточку.
И вот можем, смотрите, какой он красивый. Да, прикольно. Можно шатать его. Вот. Правда, тут не достает он чуть-чуть, ну. Но зато мы сделаем тропинку. Пусть люди ходят. Вот, видите, тут есть. Оп-оп. На одну. А он как бы на одну или на две? Непонятно. Мы сейчас делаем тропинку. Вот так вот. Все, есть тропиночка возле парка. Вот тут построим, в принципе, можно посадить им деревьев. Каких-то там высоких. Не сильно высокие. Те... Какие-то такие небольшие. Парочку. Да? Тут и тут построю. Маленькие-маленькие такие. И парочку березок. Хаотично в таком плане. Так, вот тут такая вот уже поинтереснее зона. С игровыми площадочками. Так, спокойно, сейчас мы построим еще тут. Сейчас все будет. Не спешите. Ой. Ты же построился? Ну и построился, ну иди в баню. Значит, будет тут еще один какой-то на две клеточки. Так, а тут что у нас? Тут ничего не будет. Тут на 4 будут элитные. А тут что? Хорошо, значит... Значит, что? А что значит? Это отдельно или как? Вот эта клеточка. Ты вместе построишься? Непонятно. И тут отдельно клеточка. Ладно, на 4 будет. Посмотрим, как она строится. Давай, застраивайся. Так, а тут что у нас? Тут на 2, да? Тут оставим местечко, может, под что-то. А под что? Ничего поставим. Школу построим поближе тут. Тоже бы какую-то рядышком. Чтобы они недалеко ездили. Да. Че ты там тираешь? Да. Так, тут по 3 будет у нас. Тут непонятно что-то. Застроим полностью. Так. Отлично, что мы убавили? Не, еще отпусти. Еще хотят. Еще люди хотят. Хотят в нашем городишечке жить. Возле воды, возле говна речки. Ой, тут бы как-то уже бы ее как-то аккуратненько перекрыть. Давайте, может, как-то перекроем его технологическим. Мэру выделили деньги на загородить, как говорится, говна речку. Убавить ее куда-то подальше. Построить элитный сток. Деньги выдели, как говорится. И сказали, надо закрыть это безобразие. Выделили бюджет. Положили дорогу. Нифига не видно, правда. Выделили машины, которые будут выравнивать это все. Вот они выравниваются. Так, отлично. Теперь чем? Так, спокойно, мне ничего не видно. Нужно. Так. Такое очистительная площадочка, куда будет говно речка сливаться. А нам дали уже этот или не дали? Не дали переработать, да? Жаль. Вот мы, как говорится, подождите, секундочку. Мы, как говорится, переносим ее. Ставим еще одну. Для лучшего, как говорится, эффекта. Вот так вот. Теперь ичи. Соединяем. Так, спокойно. Говноречку. Лишнюю убираем. Ставим насосную, которая будет... Сколько стоит строительство? 2500.
которая будет откачивать эту элитную говноречку. Лайфхак, ребят, такой. Надо зациклить это все. А ну-ка, дай под низ. Да ёпта налево. О, наконец-то. Попал. Иногда получается, иногда не получается. Нужно зациклить вот эти вместе. И тогда у нас вода будет никуда не уходить. Она будет всасываться и по кругу. Короче, не знаю, какой-то баг игры, но сюда-сюда катает, и вода не, ну, не наполняется полностью. Вот видите, они работают, и все на месте. Не видно? Блин, сейчас. Стой. Вот. То есть сливается, ну и никуда не утекает. Вот такой, какой-то, не знаю, бах игры или что. Короче, она фигачит. В общем, такая переработка у нас получилась. Дешево и сердито. Вот, она бывает срабатывает, а бывает не срабатывает. Вот сейчас она наполняется очень быстро. В том случае, если не получается наполнить. Вот, я тебя перестал работать. Надо одно отключить. Отключить и смотреть за обстановкой. Может перебраться. Вот сейчас она переберется и будет потом рассыкаться. Ну, короче, надо менять их. Включать и выключать, и оно тогда работает. Ну, сначала работает, теперь нет. Видите, начала говноречка текти. Надо отключить одну, как бы дофига. Одной нормально. И баловаться пробовать. Оп. Должна включиться. Ну, то есть она баганулась или как-то. Давай, сейчас перерыв уже пойдет. Надо просто так делать, перемещать местами. А ну. Давай, работай. А ну-ка, работай, малышка, нам нужны... Заработай. Не-не-не, стой. Переносим ее. Уже засрали сверху, ребят. Не получился лайфхак. Даже она как-то работает, а как-то не работает. Ну давай, заработай. Ну ты ж, давай, ты ж работала, давай. Давай, зарабатывай. Ну чуть-чуть что-то не получилось, но не судите, ребят. Сейчас надо заново. Оп, и она сейчас заработает. О, видите? Я жарю, когда... А, и все, да? И все, сработало и вырубилось. Это же как-то работало. Ну, как-то через раз, в общем, ребят. Это уместно работает, но бывает не работает. Но я старался, ребят, как-то вам показать интересный лайфхак. Вот, зато красиво вот разливается. Давай, включайся. Ну, ты же сработала. Давай. Господи, что за музыка играет? Да, какую-то нормальную музыку. Дай, ну что ты? Давай, ну, посасуй, пожалуйста. Давай, ну. Она должна заработать, ребят. Должна заработать. Так. Мы ее домучаем, ребят. Мы ее домучим. Тогда включи, дай мне, ну, ёпты-палы. Да ёшки-палы. Ёлы-палы. Давай, малышка, работай. Давай. Ты ж работала, ты ж у меня на стоковой версии работала. Нифига не видно. Вот что фигово, нифига не видно. Давай. Посасываешь немножечко? Так, ладно. Мы эту проблему потом решим. Потому что времечко уже. Так. Что у нас тут? Тут нормально застраивается. Тут надо зелень засадить у нас. Немножко. А городишко у нас потихонечку расстраивается, да? Вот они тут растут. Все хорошо. Школа есть.
Возле школы поставить надо... О, стадиончик какой-то или маленькую эту площадочку. Тут бы стадиончик не мешало бы. Все-таки школа, правильно? Возле школы поставить надо спортплощадки. Ой, что это такое? Площадка. Так-так. Так, теннис поставим. Разумеется. Так, спокойно. Так, а как-то ведь это? Как бы. Вот так вот. Ага. Отлично. А ну-ка, теперь школа влезет. Только одна площадочка, ну как-то маловато. Надо бы побольше бы. Ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда, как говорится, да? О, школу принести? Ой, не-не-не. Сейчас дети обидятся возьмут. Может, как-то ее сюда, поближе. Или вынести ровненько как-то. Ровненько, а потом влезут эти. Вот так вот. Смотри, вот так вот. Да, сейчас все будет, ребят. Не плачьте. Вот так вот. Потом площадка влезет. Отлично. А вторая влезет. И вторая влезет, а бы школа влезла. Так. Спокойно. Спокойно, сейчас все будет. Не-не-не, стой. Ну, а школу как-то влезть, чтоб школа влезла. Ну, чуть-чуть буквально, вот чуть-чуть. Буквально чуть-чуть не хватает. Сейчас мы, ребята, сделаем красиво. Все, сейчас будет. Вот тут ровнее сделаем. Вот это удалим. Вот этот аппендикс удалим. Дорогу новую поставим. Ну, чтоб ты здоровенький был. Хорошо, значит, мы тебя... Значит, мы тебя уберем. Поставим сюда. Отлично. Не плачьте, сейчас все наладится. Сейчас все будет. Вот так, где-то даже поближе. Не получится. Вот так вот. Вот так вот, прям. Прям притирпочку. Вот так вот, хорошо. Отлично. Теперь попробуем парк. Давай назад. Так, парк, давай ставь. А что не ставится? Ну вот, ставится. Вот что ты не ставишься, зараза. Вот так бы. Вот так бы ровненько, да, чтобы он был чик-чик. USA. Ага, все, а ну-ка. Где ты, зараза? Какой-то некрасивый угол, ребят, получился. Ни туда, ни сюда. Школа какая-то, ни туда, ни сюда. Мне аж чуть-чуть напрягает. Сижу тут, сиду и еду. Хочется как-то красиво, знаете. Необычненько, красивенько. А она не хочет. Зараза такая. Так, чего вы разъездились? Тут на школу вообще-то. Непроездной двор. With scientifically based information, the most difficult arguments can be settled without issue, and that's my ambition. Так, this radio show. Вот так пусть школа будет. Тут маленькое что-то влезет. Так, вот тут что-то влазит, да? Влазит, тут-то не влазит. А ты влазишь? А ты маленько влазишь. Вот, ты должна влезть. Отлично. Все, тут будет спортивная площадка. Вот тут тоже что-то рядышком. Есть сюда, да? На въезде. Пусть там пока стоит. Не мешает. Что-то есть детское. О, отлично. Тут как раз парковая зона. Парковая зона возле школы. Прям идеально будет. И детское есть что-то? Так, что тут? Что тут? Что еще у нас есть? Ту-ту-ту. Кафе. Кафе. Кафе возле школы. Так, а что тут можно на три штучки влезть? Ничего особого. Вот кафе-ка можно влезть. Кафе влезет. Тут бы построить как раз деревья. Не могу куда мандулить. Да, ну ладно. Так, что у нас тут что? Где-то у меня был парки, а их нету. Где они попрятались?
Где-то был парк на две клеточки. Это что? Это что, мусорка? Детская мусорка. Возле мусорки надо же как раз. Так, это не то. Парк. Где-то была... О, 1:3. Это он. О, смотрите. Отлично, да? С детской площадочкой, кафешечка вот такая небольшая. Отлично. И мы ее перенесем это сюда, чтобы... Рядом тоже была какая-то другая кафеха. Другая кафеха. А тут сделаем какие-то тропиночку просто. Бы, конечно, поставить детскую какую-то эту, но нема, по размеру не влазит ничего. Маленькая, да? Ничего маленькая нету. Ничего нету. Только вот это. Но она как-то не туда, не сюда, ребят. А с детского что-то есть? С детской качели. Детская качеля. Вы видите, она большая, не влазит. Чутка не влазит. Ну и что, значит, сделаем дорожечку и на этом закончим. Какую-то аккуратненькую такую. Просто для детей, чтобы гуляли. Такая вот дорожечка. Тут засадим деревьями. Даже не деревьями, поставим, как говорится, забор, потому что дети. Ничего личного, дети. Заборчик. Вот так вот. Загородиться. Да, за школы. Так, спокойно тут. Да давай ты. А, она чуть продолжается, правильно? Чуть-чуть буквально. Так, оп. Это территория школы. Все, территория школы закончилась. А, еще влазит. Это чуть-чуть, да, ну как-то тут. Так, вот так нормально будет. Тут закрыли. Тут деревья. Пересе нормально. Тут какие-то маленькие небольшие деревья. Елочка, да? Елочка, дай мне елочку. Аллея елочек. Или просто елочки. Просто елочки, и тут в центре. Ой, здоровый сильно. И тут маленькие такие елки. Аллея елочек. Нормуль? Или что такие? Шесть такие, да? Шесть такие. Согласен. Согласен, ребята. Прям согласен с вами, что тут надо просто вот такие какие-то маленькие красивые деревья посадить. Вот так вот. Такие как-то. И чуть-чуть побольше что-то. И чуть-чуть буквально что-то побольше. Вот такой парк маленький. Маленький парк. Тут тоже чем-то засадить надо. Что-то такое. Вот. Все это засадили. Хаотичные кустики. Это чуть-чуть вот так кустика побольше. Так, тут чуть деревья тоже добавить надо. Так, отлично. Тут парочка деревьев. Все, такая наша деревенская школа. С игровой площадочкой. С парком для отдыха. Ну, пошел там со школы. Чуть-чуть кафешка детская рядом. Перекусить гамбургер какой-то. Гриль. И вот домой пошел сразу. Перешел дорогу и все. И в школе, как говорится. Что тут? Сгорело что-то? А схерали оно сгорело туда? Сгорело оно тут, понимаешь. Так, в общем. Вот такой у нас красивый ночной город. Что там? Комплекс заполнен. О, ты только засрались, конечно. Засрались, представляете? 100% засрались. Я охернею, ребят. Так, что тут у нас? Работает? Говнокачка наша работает? Не хочешь работать говнокачка наша? Мы еще раз попробуем ее перенести. Может, заработает? Ну, потом мы решим эту проблему. Так, мусорка у нас там ближайшая, и тут нет. Значит, добавить надо мусорку, ребят. А когда нам дадут эту? Не скоро. Ну что, поставим еще мусорку, значит. Вот, мусорочка есть. Пожалуйста. Вот так вот. Ребята, на этой прекрасной ночи мы заканчиваем наше веселое прохождение этой серии.
Мы посадили, много деревьев, поселений, травки, вот ферма у нас какая красивенькая. Не одна, а аж две и три. Вот тут тоже есть ферма. И вот это одна единственная большая. Очень прикольно. Кукурузка растет, машинки ездят, коровки пасутся. Все очень прекрасно. Правильно? Вот коровка бегает. А, не знает. Итак, вот коровочка наша. Поросенок бродит. Поросенок бродит, да? И второй поросенок тоже бродит. Так, поросенок ест. Понятно? Итак, мы возьмем, кто у нас тут без работы. Идет, направляется к кукурузу. Меня зовут пенсионерка Виктория. А, Виктория Зент, Софи Харрис. Я иду рвать немножко кукурузы, пока никто не видит. Я очень люблю ходить и варить кукурузку, потому что от нее меня пучит. Вот такая старая старушка. Ах, и старушка. Там хрюшки, слышали? Хрюкает. Так, что у нас тут? На ферме. Бабуля лазит. Ты кто? На работу пришла, и собака потерялась. Кошка. Пришла с кошкой на работу, видели? Вот такая у нас. Можно ходить на работу с кошкой. Так, ты кто? Меня зовут Фэй Джексон. Я работаю Эмерсон Резиденс. Я работаю ветеринаром или кем? Я проверяю коровьи кишечники и даю их за сисечки, чтобы они были очень молочные и нежные, чтобы получалось очень нежное молочко. Меня зовут Владимир Петрович. Я водитель трактора. Еду, блин, везу перегной на свинарник Ивана Петра. Не очень нравится, зарплату подняли. Да и нормально. Так, что тут еще? Кто у нас? Куда идешь? Так, Уистон Эвес. Место жительства Хезер Резиденс. Секрет, секретарь, Бифчкекс. Ага. Я работаю... Кем я работаю? Кем-то работаю. Я работаю, мое дело штамповать кексики. Бифкекс. Свиной кекс. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Скоро выйдет новое прохождение, как говорится. Всех обнял, припонял. До новых встреч. Па-па.